Телевидение Организации Объединенных Наций представляет ООН в действии. Холера – одна из древнейших известных человечеству болезней, которая унесла миллионы человеческих жизней. Недавно она вышла из тени и начала опять убивать людей, говорит Санджай Виджесекера из ЮНИСЕФ. Global trends are that the numbers are growing, and we have about 100 to 120,000 deaths a year